Глава начинается с воспоминаний из родного города Спиннера. Люди бросают в него камни, говоря, что он позорит их город и что мутантов никогда не примут, как бы ни менялось время. Воспоминание заканчивается тем, что он смотрит на океан. Далее есть некоторый контекст того, что происходит. Афо предположил, что Курагири находится в центральной больнице, и отправил Спиннера, некоторых из остатков Наак и нескольких гражданских лиц, которые следуют за ними, чтобы атаковать это место. Там около 15 тысяч человек, большинство из них мутанты. Они несут головы членов КРК, расистской группы во время марша. Герои пытаются их сдержать, но, считая полицию, их всего 200. Миг думает про себя, что Широкума стал довольно популярным и атакует громким криком, но один из мутантов своим собственным блокирует звук. Тело. Рок-лок тоже есть. Моя геройская академия, глава 370 продолжается, когда акула-мутант пытается ударить Мика, но Кода контролирует некоторых птиц и защищает его. Он говорит, что расстался с Сёдзи. Полицейские хотят вызвать подкрепление, но их начальник говорит, что это невозможно, и говорит им использовать электрошокеры, чтобы оттолкнуть мутантов. Вокруг Рок-Лока собралось несколько мутантов, и он говорит им остановиться, но у них яростные лица. Говорят, что люди с человеческим обликом никогда не поймут, что они чувствуют. У них есть флаги спины и футболки. Они начинают атаковать Коду, которого сбивают с ног. Он не понимает, почему так происходит. И один из мутантов называет его предателем и спрашивает, вырос ли он в большом городе. Затем мы видим, что один из генералов ПЛА произносит речь на крыше здания. Он говорит, что консультирование по причудам бесполезно и что они напрямую имеют дело с последствиями. Он упоминает инцидент 66 и великую чистку Джеда как примеры истребления групп мутантов людьми, которые просто говорили, что они отвратительны. И хотя кажется, что ситуация улучшилась, когда Низу и другие мутанты занимают руководящие должности или свободно гуляют по улицам, это всего лишь притворство. Немутанты по-прежнему составляют большинство, и система образования не учит правильному принятию различий. Многие до сих пор испытывают то же отвращение, которое испытывали виновные в массовых убийствах. Моя геройская академия, глава 370 продолжается, когда он снимает маску и говорит, что они никогда не чувствовали свет героизма, сияющий на них, все они хотя бы раз думали, что им было бы лучше без своих причуд. Он говорит, что мутанты не признают героев своими спасителями, тот, кто выведет общество на лучший путь, это Спиннер. Когда он говорит это, мы снова видим флаг Спиннера и нескольких мутантов, которые приветствуют его, говоря, что они будут впереди и что он должен победить. Но Спиннер даже не понимает, о чем идет речь, все, что приходит ему в голову, это ключевые слова вроде «все за одного и власть». Затем он готовится атаковать двух полицейских, но появляется Сёдзи и атакует его Октоблоу. Мутанты немедленно нападают на него, называя предателем и говоря, что убьют его. Затем он вкратце вспоминает людей, которые также хотели его смерти из-за того, как он выглядел в молодости, и спрашивает, какое отношение нападение на больницу имеет к их делу. Он говорит, что в предыдущей войне герои первым делом обеспечили безопасность пациентов госпиталя Джаку, о чем мутанты даже не подумали. Затем мы видим воспоминания о Сёдзи с повязками на лице и лицом к океану, как и Спиннер. Он еще раз спрашивает, думают ли они о последствиях своих действий, а если нет, то он их не простит. На панели мы наконец-то видим лицо Сёдзи. На этом глава заканчивается.